Это все тормозят, все вот, впереди просто лежачий. Вот и все притормаживают. Главное это копьем этим машинам нет. Своей палки, которая не видно, в принципе, она невидимая, но она физически она имеется, она абсолютно реальная. Вот тут вот такое, да, движение. Жух-жух. Не то что Second Road, где все обгоняют. И просто чилишь себе. Спокойненько. Чилишь себе, едешь за тачкой. Так, машина с фруктами. Немножечко на встречку выйти. Аккуратненько так. Туалеты тут по 5 бат, кстати, кому надо. Объезжаем вот эти водостоки. Туда-сюда. Там же камера, наверное, скоро перегреется. Одна, вторая. Как долго еду по тротуарчику. Вжух. Ну, это ряд пешехода. Там была машина, сейчас пешехода. Так, вот это кафе Амазон должен быть поворотник. Где тут кафе Амазон? Привет всем! Снова я прокатился от дома до Жити съездил, и сейчас хочу показать ему, тут магазинчик есть, где с русскими товарами неподалеку, за селом. Вот. По сторону тут пройдем. Дальше я двинусь вот. Дальше. Дошли тут. Короче, увидели. Это не тот еще. Напротив. А вот оттуда вышли, с того угла, увидели тут рынок, решили сюда зайти, поснимать. Тут уже готовится, наверное, к вечернему этому приему гостей. Так. Может быть, даже китайцев привезут. Давайте уже. Так. Так, манго по 70 бат. Так, какая-то еда. Вот. Такое вот. Такая вот. Ситуация на сегодняшний день, а сегодня у нас 13 декабря. Вот тут каких-нибудь соков можно, тут я смотрю, даже алкоголь, наверное, можно прикупить. А вообще тут получается в магазинах алкоголем не торгуют с двух до пяти, по-моему, из 10 вечера. Ну, с 2 до 5 днем не продают ни пиво, ни вино, ни водку, ни коньяки, ничего не продают. Ну, вот, наверное, в барах и на улице можно прикупить себе бухла. Thank you.
так. В общем, сейчас мы идем туда. Туда идем, прямо. Прямой наводкой в этот магазин. Повыгуливаем камеры. Я читал описание, тут говорилось, что тут типа есть русские товары. Вот хлеб. А, вот ржаной хлеб. Прямо написано по-русски. Булочки, да, хлеб, 35 бат, 55 бат, но это прям дорого. Почти по 14 бат, такие вот булочки. Называется русский магазин. Просто народ. Хотя вот здесь. Под вечер уже как-то движ какой-то пошел. Появилось больше, больше народу пришло. И сидят, что-то жуют. Вот так. Все постепенно оживает. Все постепенно оживает. Народ прибывает. Там дурианы. Тут рыба всякая, тут курица. Все ломится от продуктов. Вот такая вот, вот такая вот тут ситуация. Давай бассейн. Всем привет. Короче, вот мы в этой локации оказались. Ну, мы отсюда скоро уже это перебазируемся. А пока, ну, чтобы что-то осталось, я поснимаю. Это Нерунконда. Такое бюджетное довольно. Если посмотреть, тут пятиэтажки, 4 корпуса. Вот, бассейнчик. Ну все, я так. Завтра пошел. Вот, бассейнчик. Так, ну, вот такая. Вот такое вот побольше строение уже повыше. 2 корпуса. Ну, тут 3 АБЦ и вот эти еще 2. Прикинь, сколько много. Да, да. Так, ну вот так вот. Вот такая тут атмосфера. Сейчас примерно где-то время в районе обеда. 11 декабря. Ну вот отсюда мы сейчас выйдем. Тут, значит, так получается, что жилые помещения начинаются со второго этажа. Значит, по-тайски это первый этаж. А G это граунд, это нулевой, наверное. И вот на вот внизу тут в основном, значит, вот такие вот всякие расположены бизнесики. Правда, много закрыто, но в основном тут что тут? Бары, парикмахерские, салоны, массажные. Знаю. Да, ногтевые, там косметика всякая, косметические услуги, да? Татуировки, лаундри, стиралки. Но стиралки. И так как подземной парковки нет, то вот получается, что все стоит, все вот эти вот мопеды стоят под незащищенные от этого, от, как вот от внешних условий, от дождя там, от прочего. То есть навесов практически нет. Ну, навесы есть, но они вот минимальные, и они чисто так, чтобы тень создать, я думаю. Здорово! How are you? Мы сейчас поедем. Вот я решил подкрепиться. Молочко. Я в Таиланд приехал, стал молочко пить. Что-то как-то говорит маме. Было не до молочка. Кто хочет, что хочет. Спасибо, вы наелись. По молочку и по печнюшкам улетаю. Ну, мы это... наелись, прогулялись уже. Пока шли-шли-шли до Волкин-стрит, оттуда сели. И вот приехали. Смотрите, братман, работаем с двух GoPro. У Майка вообще 12-я. Или 13-я это уже? 12-я, да? Да, да. Ну вот пока 13-я в следующем году будет. Ага, 12-я. 12-я GoPro, у меня 9-ка. Вот так вот. Установочка вот такого характера.
Да, я помню. У меня непонимание по миру, то есть, соответственно, дальнейшие действия. Мой YouTube-канал начинался в Москве, с Краснодара даже вернее. И в Москве у меня была проблема с выгрузкой материалов в GoPro, потому что приложение QWIC для GoPro, оно не загружается в Россию. А когда приехал в Таиланд, вообще все заработало. Понятно, я здесь тоже как бы скачал, чтобы проблем нет. Но у меня iPhone старенький, и он не цепляет камеру. Возможно, он не увозит. Вот мы приехали в Централ фестиваль. Такой вот тут видок. Значит, ананасики продают. Манго. Соки делают. Меня снимаете, что ли? О, здравствуйте, как у вас дела? А что это вы меня снимаете, а? А что вы делаете в моей камере? Получается, это вот это наша, да, конечная цель? Вот это торговый центр? Да, торговый центр называется... Централ. Централ. Фестивал. Вот это именно останавливает. Какая елка огромная. А вон там, кстати, Пикачу. А вот персонаж какой-то игры. Тут люди фотаются. Ходят. Все фотаются. Вот такие тут рекламки электронные. Тут до этого висело объявление, что можно получить бесплатные штаны со слонами, если потратишь 4000 бат. А сейчас вот тут что-то куда-то зазывают, дают ваучер на 100 бат. А, вот там просто гигантский Пикачу, огромный. В два этажа размером. Ну, а сейчас мы, наверное, переместимся на нижний ярус. Это первый этаж. Вот тут всякие мыло, я не знаю, там косметические средства. Что-то еще. Всякие шмотки. Ночнушки, да, это какие-то рубашки ночные. Вот. Тут как бы... А еще интересный... Факт, интересный момент в том, что в этом магазине один магазин плавно переходит в другой. Нет четких каких-то ворот. Набрали продуктов и чуть... Да, и не было никаких там стен, никаких указателей, да. Да, однажды набрали продукты, чуть не вышли без оплаты. Ого, тут еще какие-то штуки. Ага. Игрушечки я люблю. Вот именно. Игрушечки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тут что-нибудь вывалится рандомно. Какая мороженка. Много долго ходили, надо подключить. Туалеты как наш. А рисунок вот такой. Необычный рисунок. Картинка вот такая. Ну что, глаза бросаются, там прям корабли какие-то. Какие-то серые, молодец. Да? Когда рыбы рыбовали сюда. Все равно отчаянные люди. Давай так попробуем. Давай так можем. Ну а так, конечно. С другой стороны, ну не хуже, я думаю, чем все. За неимением большего. Йо, братан, крутухик. Едем на Балтик Стрит. Балтик Стрит. Тут хорошо, если такие подручки, бабушки. Ладно, смотри, написано. Видишь надпись, надо заснять.
И, короче, сейчас 4 часа вечера примерно. Пятый час. Начало пятого. Пол пятого. Через 2 часа тут откроется все. Вот все закрыто. О, мясо какое жарится. Мясо, блин. Ой, жар какой идет от печки. Я когда начал YouTube канал, есть там канал Выживалова, видишь? Такой дядька постоянно там какие-то советы дает. Шорты там, это как с медведями бороться, с волками бороться. Такие шуточные. Потихонечку. Чем ниже становится солнце, тем постепенно оживает. И что это? Мы там видим? Новый поворот. Не знаю, что я слежу. Ты что, вроде переулки? На следующем, потому что... Следующем пойдем, за кого пойдем? Смотри, какие конфетки висят. Братан, давай. Людики грузят. Провода. Пучок проводов. Вот такой вот крупногабаритный. Вот у нас в нашем городе такой бы не смог проехать. Да, ему тяжело. У нас эти, да, постоянно вот эти вот три съезды железнодорожные, они невысокие. И вот сами мосты. Ну, короче, мы это двигаем себе на хазу. Оп. Вот Джека Камикадзе. Короче, залетайте к нему на канал. Тоже ссылочка. А обязательно, как все очень переходите. Наш. Как очень наш. Камикадзе Тревел. Бюджетное путешествие по Юго-Восточной Азии. Вот тот думает, что типа только миллионеры могут позволить поехать там в Паттайю. Ничего подобного, можно при достаточно это скажем, правда только миллионеры могут миллионеры позволить. И отчаянные ребята такие как мы. Да, вот, короче, ладно, все, едем в далекие края. Сейчас мы поснимаем тут все. Что-то успел маленько заснять. Мы уже идем это, домой. Мы почти пришли домой. Да. И вот тут уже все начали во всю разведение иллюминацию. Да. Давно дома не были. Все, давай. Так весь день ходили. Тренировочный процесс.